Всем привет, друзьям, подписчикам с канала MHR Studio. Это уже будет последнее, заключительное видео в этом году, так как обычно по традиции делаю, это уже второй год получается, когда я показываю какие-то свои ляпы, там, да, которые в процессе съемок бывают. Я тоже человек, я тоже ошибаюсь, заплетык языкается и так далее. И некоторые бывают моменты смешные, некоторые не очень. Ну и в общем, как это все происходит в обычной бытовой обстановке, вы уже сами оцените, посмотрите. Может быть, даже посмеетесь там, да. Бывают некоторые моменты просто тупниковые. Вот. На этом заключительная часть, вступительная, все. А сейчас я вам обещался показать шлемак. Я его чуть-чуть покажу, чуть-чуть. Этот шлем — помесь красного колпака с Deathstroke. Я где-то его периодами делал уже на скоряк. Не успел его доделать. Где-то тут есть косячки, там не до шкур, там не до крас, там небольшие потеки. Делал его на скорую руку, но после новогодних праздников я его исправлю, перекрашу и потом уже засниму видео, как я обещал, совместно с 3D принтером, который я приобрел, и чуть-чуть расскажу, как печатался этот шлем, сколько времени ушло, какой пластик и какой я принтер взял. Так что на этом у меня все, а сейчас вы можете приступать к просмотру моих ляпов, которые у меня были в процессе съемок в течение этого года. Их немного, но я думаю, есть моменты такие прикольные. Здорово, подписота! Чё, ждёте нового видосика? А-а-а, ставьте лайкосики, потом будет видосик вам. А ты чё зыришь сюда? Что ты напузыришь? Я эту шлюпку, это майки-алкашки, вообще, я в ней шлифую. Питу. Гамбургский. Всем привет! Вы наверняка смотрите канал MHR Studio, и я с вами ведущий, его Юрий зовут, именем кличут, и как там... Пофигу, чё я сейчас буду говорить, потому что оно и так зайдёт. Да? Вот, окрашиваются эти маски. Именно латексные. Блять. Забыл. Окрашиваются латексные маски. Блять, в чем они раскрашиваются? Окрашиваются, раскрашиваются. Сука. А-а-а! Как это называется? Раскрашиваются такие латексные маски. Растуру. Блять. Ну нахер. Да хули они там за окном делают, блядь, бесят. Прям пиздец. Поставьте там, да, лайк. А задайте свой вопрос в комментариях. Нет, блядь. Нихера не пойдет. Говно какое-то несу. Джарвис, ты тут? Готов к вашим услугам, сэр. Проверь работоспособность шлема. Все системы шлема в полной готовности. Жду дальнейших указаний. Ну тогда давай, чтобы не задерживать наших подписчиков, покажем, как это все было. Загружаю данные. Всем привет! Вы смотрите канал MHR Studio. Да? MHR Studio уже канал, да? Наверное. О чем, блядь, я вообще говорю? И это видео у нас будет чисто полная импровизация. Без всяких там подготовки к сценариев там, как это обычно я делаю, какую-то хуйню, блядь, понапишу, потом это наговариваю, блядь. Вот, блядь, проорался. Так. Так что такое у нас получилось видео. Вы там подписывайтесь на канал, ставьте там пальцы вверх. А я с вами прощаюсь, до новых встреч. Блять. С Новым годом, друзья! Пожелаю вам хорошего праздничного настроения. Много не бухайте. Или бухайте, то в меру. А мера — это древнерусская единица измерения, равна 26,6 литрам, если мне память не ошибает. Ну вот. Побольше вам творческих успехов в 2019 году. Побольше крафта, кача. Не паху, конечно. Хотя вы его тоже знаете. Ставьте большие цели, добивайтесь результатов, идите к ним. Пожелаю вам, чтобы вы дотянулись до того, что
не успели сделать в 2018 году, чтобы у вас поменьше было негативных ситуаций, побольше позитива. Слушайте музыку, которая вас вдохновляет. Вдохновляйтесь теми людьми, которые вас тянут наверх. Я не знаю, кто это может быть писатели, музыканты и так далее. Заряжайтесь позитивом. Хорош что-то, то уныние, чтобы у нас было на лицах, да, у нас все говно и так далее. Мне вот это не получается, вообще жопу все это. Короче, успехов вам, больших крутых начинаний и не останавливайтесь. Никого никогда не слушайте то, что у вас что-то не получится. Типа они там знают и так далее, нифига они не знают. Вы себя знаете лучше, чем они, поэтому только вы знаете, куда вы идете. Поэтому идите только вперед. Только вперед. Не останавливайтесь, даже когда трудно. На этом у меня все. С праздником вас, друзья. Пока.